Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И сегодня тот редкий день, когда на выставке мы успели разложить свои рабочие места, и пока еще у нас нет покупателей. Поэтому я снимаю вот сейчас все, что вижу, что выставлено на продажу, и пока еще ни одного растения. Ну, нет, кое-какие растения уже купили друг у друга. Мы уже походили по рядочкам, повыбирали что-то для себя. Но, конечно, в основной массе пока еще цветы стоят спокойно, ждут своих покупателей. Итак, вот это хоя, смотрите. Ну, я не буду вынимать, потому что сейчас все стоит плотно. Я боюсь сломать какой-то черенок. Показываю вам, что хои продаются с фотографиями. Вы уже знаете, видели. И цены, вот тут вижу, 300 рублей, 350 рублей. Есть более дорогие сорта у Валентины. Тут много самых разных хоечек. Много пестрых. Много листиков со сплэшем. То есть крапчатых. Сейчас еще у нас утро, поэтому стараюсь, чтобы освещение падало на цветы. Надеюсь, что не будет слишком темно. Хотя тут и днем не будет слишком светло, потому что так помещение расположено, что больше работает искусственное освещение, чем естественное. Показываю самые разные названия. Ну, тоже не читаю, потому что бесполезный из меня показывальщик хой, потому что я их не знаю, и поэтому вам просто картинку показываю. Они подписаны, то есть на каждой этикеточке. Вот. Марина, я сегодня, похоже, больше куплю. А, да, да. Кобра. Да. Кобра есть у меня. Валя гуляла и уже тоже идет и говорит: Марина, я тут уже покупаю вовсю, а еще уже ничего не начали продавать. То есть да, мы сегодня не могли удержаться, помчались по рядочкам. Красоты много не бывает. Ой, мне так нравится, что все наши, получается, участники выставки, они сами страстные коллекционеры и любят цветы по-настоящему. Поэтому всегда, когда выдается свободная минутка, мы сразу бежим смотреть, что же там есть. Вот здесь самые разные сингониумы. Сингониумы подписаны. Сейчас почитаю вам. Вот тут они более-менее свободно стоят. Аарон Браун. Аарон Браун. Дальше вот Кристмас. Это медуза. У нас требуют нас маски надевать. Это замиокулькас. Администратор тут с нами начал с утра ссориться по поводу масок. Пока мы раскладываемся, мы маски не надели и нас ругают. Это агланемы. Агланемы. Сейчас этикеточку посмотрю. 850, вот такая большая. И еще одна пестренькая, вот такая она. Она 1500. Большие кустики уже. Ну и фиалочек немножко. Немножко фиалочек. Вот здесь у нас пока еще место пустое. Еще не приехал участник, наверное, да? А тут у нас дальше идут ароидные. Этот филодендрон, он продавался на прошлой выставке. Но у нас особенность выставок в том, что стараются купить поменьше растения, чтобы самих растений... Этот филодендрон сюда приехал первый раз. А, да? Там конечно, купили? Там все вынесли. Там все купили. Ну, вообще у нас любят покупать маленькие цветочки. Вот этот биркин, посмотрите, как окрасился. Тут есть полностью по сорту вот такой биркин. А сейчас под зимним освещением один немножко цвет изменил. Монстера Альба. А монстера сколько стоит? 1800 стоит монстера. А вон там
бурлемаксики. Бурлемаксики стоят. Розовая принцесса, малышечка. Медуза. Кобра. А можете немножко по ценам? Кобра сколько стоит? Ой, ну все цены есть. 300, 400. 300, 400 кобра. А розовая принцесса? 3,5 тысячи. Ну, такая хорошая цена для наших выставок. Пока еще кажется прямо очень хорошей. Это красивенькие, такие сетчатые, марантовые и привычные для нас такие картинки. Так, я напоминаю, что сегодня у нас выставка в Новороссийске, в Морском культурном центре по улице Набережная Адмирала Серебрякова, 9. И здесь покупатели ждут с самого утра и, наверное, до 5 часов вечера. Там уже по активности наших покупателей бывает выставка заканчивается чуть раньше, бывает чуть позже. Много стрелицей красивых с красивой окраской листа. Вот такая и вот сенсация, да, стоит. Вот такая сенсация. И еще один огромный большой филодендрон. И дальше тоже у нас много ароидных на следующем вот этом столике. Тоже много ароидных. На углу стола красивая диффенбахия. Здесь же, ну, я сказала про ароидные, уже покажу ароидные. Здесь сингониумы разные, филодендроны. И монстеры, по-моему, тут были, да? А, и сциндапсусы. И сциндапсусы. Цены самые разные. Марина? Да, я не покупаю, я только снимаю. Не переживайте. А вот это что? Сингониум макрофилум. Называется. Он такой бархатистый, да? Бархатистый. А вот там листик прямо получше. А, вот смотрите, какие сциндапсусы тут продаются. Вот такой серенький, сейчас скажу цену. 400 рублей. Да. Ну да, он дорогой, он у нас недавно появился. За вот эти, за розовенькие скажите. А вот этот с переливами зеленого цвета, это Global Grim, да? Global. То есть такой крупнолистный получается, глобальный просто. А, салатовый с зеленым. Вот. Ага. Салатовый с зеленым. Ну, красивый. Ну, и есть крупнолистные. Это вот такие. Вот этих я бы еще два взяла, если толстые. А вот это вот, не вот такой серенький есть, не одинаковый? Вот этот, посмотрите, какой. Вот такой есть. Big Leaves White. Цена, да? На меня сверху. Вот там, вот этот у нас первый раз на выставке такой филодендрон я встречаю. Это Satin Gold. И стоит он 3,5 тысячи. Так, ну вот я все время писала, что цены у нас практически не растут. Но сейчас вижу, что да, растут. И вот здесь тоже по соседству, тоже ароидные, агланемы, филодендроны. Что у нас еще? Сциндапсусы. Угу. Это у нас, как называется? Медиапикта триколор. А стоит он сколько? 1300. Андрея. Ага. Андрея с таким велюровым листиком. Или атласным, не знаю, как сказать. Он мягенький, красивенький. Вот здесь бурлемаксики. Ну, ароидных много.
Да, кобра. Тут цены немножко, чтобы видно было. Так. Ага. Имбе White Marble, да, да, да. Да, я поняла. Имбе White, ой, Имбе White Marble стоит дорого, да? Сколько? 2500. И черный кардинал вот такой большой 4000. И Калатея Варшевича, да, я знаю. Калатея Варшевича. Такая дама красивая, но своенравная. Угу. Много интересных ароидных, то есть каждый сможет выбрать себе. Тут я вижу даже агавка маленькая, да? Агавка маленькая, и это вот она, борзига. А, это с желтой пестротой, да? Не, белая. А, белая, это просто на фотографии так получилось. Монстера Альба. Угу. Просто у нее на фотографии желтым цветом высветилась пестрота. Ну и главные, мы самые разные, да, фикусики. Вот такие интересные здесь у нас места, где продаются ароидные растения большей частью. Они сейчас у нас как раз популярны. Поэтому спрос рождает предложение, и выбор тут приличный. Так, первую часть на этом закончим, и сейчас перейду на другую сторону ряда.